Мастерство здесь оттачивают даже в коридоре. 350 музыкантов из разных стран и регионов России собрались для участия в конкурсе «Найдал». Здесь лучшие из лучших. Профессиональный слух дает шансы на победу, но, как признались музыканты, порой доставляет неприятности. Ведь приходится слышать и то, чего слышать совсем не хочется. Люди, которые не умеют петь, они думают, что хорошо поет и не достают чуть-чуть, и это так слышно. Учитывая большую конкуренцию, участники надеются не только на свое мастерство, но и на поддержку высших сил. Оксане уже однажды помог занять первое место в конкурсе вот этот золотой скрипичный ключик. Это мой символ, он мне всегда приносит удачу. Кому улыбнется удача, станет ясно через 3 дня. Конкурс закончится 1 апреля. За это время все исполнят свои коронные номера, и строгое жюри учтет промахи и преимущества исполнения. Количество судей и их статус не только подтверждает престиж конкурса, но и даже немного пугает участников. Это представитель Московской государственной консерватории профессор Сивидов, Красноярской государственной академии музыки и театра, профессора из Южнокорейской республики, из Монголии, из Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств, педагоги нашего колледжа. Конкурс пройдет в 6 номинациях на разных музыкальных инструментах. Кроме участия, конкурсанты получат еще один приятный бонус. Члены жюри в перерывах между прослушиванием дадут музыкантам мастер-классы. Ирина Ревенская, Аркадий Амбуев. Новости дня.